Сорт томата африканская лиана. Это среднеранний, 85-100 дней проходит до созревания. Высокорослый, 1,5-2 метра в высоту. Сорт томата из Канады. Он рекомендуется для выращивания в теплицах и открытом грунте. Обязательно требует подвязки растения к опоре. И также необходимо посынкование и формирование в 1-2 стебля. Плоды вот такие вот сердцевидные, средней плотности. В стадии зрелости насыщенно розового цвета. Вес одного томата от 150 до 300 грамм. Томаты очень мясистые. Вот у нас от избытка влаги один томат лопнул. Но вот такой все равно красивый томат. Вот так томат выглядит в разрезе. Плоды аппетитные, красивые на срезе, с малым количеством семян. Эти томаты хороши для свежего употребления и приготовления томатного сока. Урожайность у этого сорта выше среднего. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры.